сделки, две позиции открыл по контракту Сидола рубль. Плюс 22 тысячи рублей, но перед этим совершил очень грубую ошибку. Правая кнопка мыши, торговая история. Видимо, мой первый трейд сегодня состоялся, как и вчера, такой фуму поспешный, да, страх упустить возможность, что сейчас инструмент упадет, вероятность была довольно большой. Но даже не в этом дело. Дело в том, что ошибки имеют свойство удваиваться. То есть, совершив одну ошибку, ты становишься менее бдительным, менее внимательным, и тут же совершаешь еще одну ошибку, как правило. То есть, когда ты движим какой-то эмоцией, а не фактическим сигналом, ты не подготовился достаточно к ситуации, к сделке, не запланировал ее, то есть она возникла как «бежит скорее, давай брать», или «сейчас упадет», то есть когда рынок вот резко бывает, двигается, да, дергается, и ты начинаешь дергаться. То есть в этот момент тебе нужно сохранять холодное состояние ума. Я уже в предыдущем видео, вот здесь, посмотрите, говорил об этом. Сегодня так подробно не будем разбирать. Поэтому если у вас проблемы с дисциплиной, посмотрите видео, я вам даю несколько фишек, в частности, одну ключевую технику мостик. Я здесь захожу и в спешке, буквально в какой-то вот такой агонии, да, можно сказать, быстро ставлю стоп. Хотя здесь мой стоп не должен стоять, он должен стоять, все мои трейдеры знают, за точками волатильности, за ними. То есть вот здесь. В моменте там буквально 5 минут лосс. Вот я здесь зашел на sell, и вот мой стоп. Сейчас вам покажу один из лучших приемов, как надо торговать, да? Вот здесь мой стоп. Я зашел здесь мой стоп. То есть это риск, если мы выделим это красным цветом. Угу. Давайте не так. Давайте порисуем, чтобы вам было видно и понятно. Вот смотрите, это риск. Это риск. Почему? Потому что если я здесь захожу, стоп должен быть здесь. Теперь, если я терпелив, и если я торгую в строгом соответствии с своими правилами, я захожу на коррекции. И тогда это риск. Видите, какая колоссальная разница между вот этим входом и этим. Огромнейшая разница, посмотрите. Угу. Если здесь у меня во какой риск, да, то мне тейк нужно, чтобы хотя бы было, ну скажем, 15 тысяч рублей профита на 10 тысяч рублей риска. Мне нужно, чтобы рынок пришел, ну, вот где-то сюда, да, даже ниже, может быть. То есть за мои ключевые уровни. Если я вхожу здесь, что и было сделано затем, то вот мой тейк, вот моя зона тейков, я вышел чуть-чуть раньше, сейчас расскажу, почему вот здесь, то мое соотношение минимум 2x. Ну, скажем, 20 тысяч рублей на риск, пусть будет 10 тысяч рублей, да? А здесь ты рискуешь, ну, чтобы сделать один к одному. Не торгуйте сигналы, которые вызывают у вас спешку, которые стимулируют эмоциональные ваши точки, эмоциональную вашу составляющую. Потому что есть трейдеры, которые ассоциируют прибыльную торговлю с пробоями. И в среде трейдинга это очень популярно, что если торгуешь на пробой, ты зарабатываешь много денег, это абсолютно верно. Но для вас торговля на пробой может быть абсолютно убыточной. Или прибыльной, но маленький профит, а когда лоссы, они большие. Угу. Потому что каждый раз, когда возникает такая ситуация на пробой, а их очень много на рынке, и нередко часть этих пробоев, даже большая часть ложная, эта ситуация провоцирует вас на поспешные решения, на быстрое принятие, сиюминутное, а что делать, что делать? Постоянно вот в этом вы находитесь в напряжении. То есть вы поспешили со входом, вы не обратили внимания, куда правильно, или у вас просто не было времени продумать свой стоп, да, все в спешке было сделано, и в результате опять началась каша. Поэтому иногда проблема не в самой стратегии, которую вы используете, или в самом подходе, а, ну, то есть он прибыльный может быть, но вам, ваша индивидуальность, он не очень подходит, или еще не пришло время торговать это. Почему? Потому что нужно торговать то, что не ведет к быстрому, резкому решению. Есть, да? Зафиксировали?
Я здесь выхожу. Почему я здесь выхожу? Почему именно здесь? Кстати, где мой индикатор? Красная гистограмма, ведь она практически внизу. Это говорит о том, что рынок растянулся, и тебе не стоит здесь быть в позиции, либо нужно ужесточить стопы, потому что рынок может резко отлететь, как пушка отсюда, да, как пробка просто вылететь. И это все показывает индикатор экстрима. Поэтому здесь я вышел из позиции. Таким образом, получил соотношение 2х и более. Да, потому что здесь вход, здесь стоп, здесь тейк, да, в отличие от вот этой позиции, этой сделки. Теперь давайте посмотрим еще на один символ. Это акция Мечела. Сегодня я пропустил шикарную возможность. Причем их было две сразу. Первая вот здесь. Это как раз пробой. Это вот самый правильный пробой, который только можно торговать. Но отдельно, наверное, видео я запишу. Следующая сделка, идеальная сделка на коррекции. Здесь buy, посмотрите, какой точный вход по сигналу. Да, и... Ну, опять, да, поспешное решение, из-за чего я перевел без убыток и заработал ровно ничего. Здесь, тем не менее, более 20 тысяч профита за там 30-40 минут. Неплохо, продолжаю работать, и если что-то интересное появится... Или будет для вас полезная информация, я обязательно запишу видео. И еще раз хочу обратить ваше внимание на вот этот экстрим. Опять индикатор экстрима на этот раз помечил, дошел до красной линии. Посмотрите, что здесь произошло. Бум! Разворот. А если вы торгуете контртренд, или, например, вы здесь купили, то вы знаете, что вот здесь надо закрываться, потому что может быть резкий разворот, да, до вот этой белой линии. И здесь вы же можете войти на buy на коррекции, таким образом заработав из... импульса и с коррекционного движения. Лайк, если полезно. До встречи.